Николай Антонович. Иван Палыч, вот так сюрприз. Машенька, милая, сделайте чаю. Мы посидим, попьем, поболтаем. Можем достать парадный сервиз. Боже, какой букет! Откуда? В марте один цветок, миллиона полтора. Прошу простить. Пожалуй, мне пора. Что вы, куда вы, чай поспевает? Мы по-простому, без должностей. Знаете, мой друг, как приятно бывает дома застать нежданных гостей. Я вас не понимаю. А, видимо, придется. Дарите розы в мае, дешевле обойдется. Визит без приглашения на грани моветона. Ах, Николай Антонович, к чему этот фарс? Ивана Палыча букет не нарушает этикет. Или, быть может, мне принять гостей не позволяет домострой. Быть может, мне запрещено ходить в кино, смотреть в окно. И в ожидании дурных вестей должна я скрыть лицо чедрой. Я вас не понимаю. И правда непонятно, не знаю и сама я, как вырваться обратно. В Архангельск нет возврата, и я, как приживалка, у мужниного брата 6 лет под замком. Ах, боже мой, какой замок! Когда в ваш дом пришла беда, кто, как не я, пожертвовав собой, вам помогал печаль унять? Кто делал все, что только мог, чтоб наступил тот день, когда мой бедный брат вернулся бы домой и смог бы снова вас обнять? Кто ради этого святого дня так много отдал сил? И так мечтал, чтобы этот день не наступил. А это что за чудо? Это Саня, он тут ни при чем. Все по-другому было, это не она, тут целиком моя вина. Простите, я его разбил на самом деле. Все это вранье. Да вы не слушайте ее, нет, это я его разбил. Нет, это я его разбила. Это я. Нет, это я. Мы не хотели. Мир прямо-таки полон доброхотов. Вот они стоят, потупив очи долу. Вот кому я помог найти работу. Вот кого противоправил принял в школу. Вот что я получил за все за это. Все-таки верна народная примета. Делая добро, не стоит ожидать аналогичного ответа. Да, неблагодарность, а это-то и есть первая причина всех бед. Вот кого я пригрел неосторожно, вот кому вы поверил так легко, я вы хамелеон. Да как же можно про Ивана Палыча сказать такое? Да, удивительный феномен, скромен и одновременно вероломен. Можно ли после этого переносить ваше присутствие в этом доме? Думаю, ответ известен вам самим.